Скоро будет деревня. Местные наверняка знают, как найти Лаврентия. Хьюго! Хьюго? Маме не понравится, когда узнает, что я упал в воду. Тогда не будем говорить ей об этом, ладно? Так, сначала надо обсохнуть. А месье, зачем они нас хотели поймать? Я не знаю. Не хочу об этом думать. Попросил Лаврентия, чтобы он нас отвел к маме и папе. Да, конечно. Где же все? Амулет. О, мама мне давала такой. И мне. Наверное, кто-то потерял. Думаю, мы можем его взять. Вдруг пригодится. Тогда мы будем под защитой. О, яблоки. Хьюго, не сейчас. Но... Не трогай, они гнилые. Но я голодный. Как ты можешь думать о еде? Дым, там, наверное, много людей. Простите, подождите, госпожа. Да что с ними? Они боятся. Извините, я дочь Роберта Деруна. На нас напали, нам нужна помощь. Пожалуйста, мы замерзли. Не могу поверить. Они прячутся. Кто-нибудь! Нам тут нечего ловить. Валите! Да что за бесы у вас селились? Мне тут не нравится. Это мыло? Не трогай это, Хьюго. Забудь об этом. О, смотри, на дверях что-то нарисовано. Назад! Это значит, что в доме есть больные. Ничего не трогай. Оу, им нельзя выходить наружу. Гораздо хуже. Это значит, что мы можем от них заразиться. Хватит тут бегать. Ладно, извини. По деревне ходит зараза. Вот все и прячутся. Пахнет едой. Это что, ярмарка? Не похоже. Боже. Да будь я проклят! Вот и остальные! Что? Нет, постойте! Мы просто кое-кого ищем! Вы уже всех нашли! Эти твари на вашу музыку вылезли, а? Они заполонили нашу церковь! Это ваша дрянь нападала на детей во сне! И заражала их! Ну, теперь вы встретили Конрада Мальфора. И вот что я скажу. Это последняя деревня, что вы заразили! Алисия! Бежим! Беги, Хьюго! Что случилось, Амисия? Просто беги! Почему они злятся? Они и нас сожгут! Прячемся, Амисия! Сюда! Забирайся внутрь! Все тихо. Она заметит. Не двигайся! Подождем немного, они объявятся. Тогда... Что это там за шум? Ну же!
Ничего. Так его. Вот мы где. А, не сюда. Куда мы идем? Просто беги, как можно быстрее. Смотри, стена. Они идут. Быстро, быстро. Где они? Куда они провалились? Залезли в какой-нибудь дырой прятаться, юноши. Зря мы сюда пришли. Зачем они это делают? Они думают, что мы привели с собой зло. Надо как-то отсюда выбраться. Хорошо, теперь я заберусь наверх. Цепь не кажется крепкой. Будет много сумок, да? Есть идеи получше? Навались. Ладно. Забирайся, я помогу. Да. Ну что ж, мы выбрались. Значит, можно просто уйти? Если они снова нас не найдут. Ну, у тебя проща, ты нас защитишь. Это не так-то просто, Хьюго. О. Нет, быстрее! Лестница! Давай наверх! Ты первый! Это опасная миссия! У нас нет времени! Они близко! Она сломается! Они где? Нет! Нет! Я же говорил тебе! Хьюго! Ты куда? Не бросай меня! Миссия сюда, в сторону! Вот ты где! Смотри, что я нашел! Ты заедешь? Молодец! Я ее собью! Осторожно! Давай, давай! Вот так. Молодец! Я испугалась. Прости за лестницу. Это моя вина. Ты прав. Надо идти домой. Нельзя. Во всяком случае, без Лаврентия. А миссия пьяча. Ну, и где они, мать вашу? Кур! Мы окружили все. Они тут недавно были. Значит, мы вдвоем здесь все окружили? Конрад свихнулся, когда умер его сын. А нам из-за этого жечь невинных и гоняться за детьми. Между тем, в деревне чума повсюду. Что это там такое шумит? Я точно что-то слышал. Мне не почудилось? О, нет, опять! Они здесь! Куда дальше? Ай, я не знаю! Выхода нет! О, нет! Быстрее, пожалуйста! Я пытаюсь, я пытаюсь! Надолго их это не задержит. Быстрей, быстрей! Они знают, что мы здесь. Давайте выходить! Нет, застряла! Хьюго, забирайся! Открой мне дверь! Ладно! Какого черта вы тут делаете? Заблокируй доска! Сможешь ее убрать? Я пытаюсь! Быстрее! Быстрее, Хьюго! Я не могу! Хьюго, он здесь! Я иду! Хьюго, сделай что-нибудь! Давай, Амисия! Беги! Я же говорил, что здесь. Я больше не могу, Амисия. О, пожалуйста, нам нельзя останавливаться. Еще чуть-чуть.
тупик! Нам конец! Сюда, не бойтесь. Идите ко мне. Господи, это же самая зараженная часть деревни. Где они? Слушай, скажем Конраду, что потеряли их. Я тут не останусь. Здесь вы в безопасности. Сюда они за вами не пойдут. Вы все мокрые. Наверху есть одежда. Переоденьтесь. Все в сундуке. В спальне. А правда? Спасибо. Ладан. Пахнет как дома. Мама часто им пользовалась. Уже неплохо. Ты как? Идем искать маму, Амисия. Не сейчас. Она велела нам найти Лаврентия. Но это глупо. Нас поймают. Хьюго, мы будем делать то, что она нам сказала. Хьюго, подожди. Пару? Вот и хорошо. Это внучков моих. Ой. Меня Клэрви зовут. Я Миссия, а это Хьюго. Скажи спасибо, Хьюго. Спасибо. Клэрви, что здесь творится? Это чума. Столько народу погубило. А сколько еще погибнет? Но где ваши родители? Дома. Они нас ждут. Мы ищем доктора. Лаврентия. Доктор? Кажется, к нам кто-то приходил. Он помогал больным. Может быть, монахи расскажут больше, но... Что? Их давно никто не видел. Сейчас к церкви никто и близко не подходит. Нам выбирать не приходится. Мы туда заглянем. Вы там умрете. Никто теперь не слушает старушку Клэрви. Ладно, я смотрю, у тебя есть проща. Она тебе пригодится. Но в таком виде толку от нее будет мало. Сходи на задний двор. Там есть пара обрезков новой кожи. А работать можешь в мастерской. В комнате рядом. Вы так добры к нам. Можешь взять инструменты в мастерской. Отлично, кожа есть. Нужны инструменты. Инструменты. Ладно, за работу. Так, успокойся и соберись. Так-то лучше. Если я найду подходящий материал, попробую ее улучшить. Хорошо, теперь надо поблагодарить Клэрви. А, ну как? Теперь намного лучше. Спасибо, Клэрви. Спасибо за все. Здесь вы их упустили. Да. Ну, как по мне, они тут долго не протянут. Ты что делаешь? А ну положи колотушку. Ты что, совсем дурак? Я не дурак! Тихо, не ори! Дети, прекратите шуметь! Я хочу к маме! Замолчи! Ты нас погубишь! Мама бы нас защитила! Все, хватит! Я хочу к маме! Мама погибла, Хьюго! Ты больше никогда ее не увидишь! И папу тоже! Амисия! Ты лжёшь! Их убили в нашем доме! Обоих! Так что заткнись! Лжёшь! Я тебя ненавижу! Прекратите! Хьюго, нет! Хьюго, не уходи! Ты с ума сошел? Хьюго, вернись! Что он делает? Где они? Куда они провалились? О, нет! Он нас погубит! Хьюго, пожалуйста! Прости! Стой! Демоны! О, Боже!
Нет! Хьюго! Я не должна была на тебя кричать. Пожалуйста, послушай. Нет, оставь меня. Прости меня. Отпусти меня. О, нет, нет, нет. Нет, отпусти его. Так вот вы где. Нет, подождите, мы просто хотим уйти. А вы уйдете и никогда не вернетесь. Пожалуйста, нет. Я не хотела. Хьюго! Я иду! Господи, пожалуйста, пусть он будет жив! Хьюго! Отпусти меня! Отпусти! Хватит дергаться! Мы просто ждем твою сестру! Амисия! Амисия! Тебе со мной не справиться, девчонка! С тебя-то вот я и начну! Зачем нет, вы сюда пришли? Пожалуйста! Зачем? Не заставляй меня! Чё-то я засиделся! Ах ты сопля! Тебе хватит одного удара! Всего одного! Я знаю, на что ты способна! И я этим и воспользуюсь! Не трогай! Не трогай ее! Я покажу тебе, каково это! Потерять того, кого любишь! Давай, Конрад, покажи им, на что ты способен. Чё-то я засиделся. Ах ты сопля! Тебе хватит одного удара. Мне не страшно умереть. Я и так потерял все, что у меня было. Нет, не заставляй меня, пожалуйста. Амисия, Амисия! Ты пытаешься убить меня? Довольно. Давай покончим с этим. Да, отправь. Да. Амисия. Ты убила его. Бежим.